Полиция новая, замашки старые. В Николаеве на взятке погорел патрульный. У кого и за что требовал деньги, Кирилл Ищишин расскажет подробнее. В Николаеве департамент внутренней безопасности нацполиции поймал с поличным патрульного во время получения взятки. Офицер полиции требовал 10 тысяч гривен у хозяина автомобиля за оформление поддельных документов. Действовал осторожно, через посредника, но все равно был уличен в коррупции. Патрульного и его пособника задержали во время передачи денег. Оба сейчас под стражей, ждут, когда суд изберет им меры пресечения. Полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Это уже 12-й случай в Украине, когда сотрудники новой патрульной полиции попадаются на взятничестве. В ноябре прошлого года в Николаеве оперативники СБУ задержали двоих патрульных, которые вымогали $300. У хозяина конфискованного автомобиля обещали вернуть машину. Когда поняли, что их разоблачили, пытались скрыться от сотрудников спецслужбы. Злоумышленников задержали после погони. Кирилл Ещешин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев.